На календаре 8 марта, а значит, сегодня Международный женский день. С праздником, дорогие женщины! Это ваш день, день весны, красоты и нежности. В это время солнышко начинает пригревать землю, и на лесных проталинках появляются первые подснежники. Сколько удивительного и чудесного в мире! И все же главное чудо – это женщина. Великая тайна природы, неразгаданная загадка Вселенной. Заметьте, что только самому главному в нашей жизни мы даем женские имена. Любовь, родина, жизнь, семья, мама. Обойди весь мир вокруг, только знай заранее. Не найдешь теплее рук и нежнее маминых. Не найдешь на свете глаз ласковее и строже. Мама каждому из нас, всех людей дороже. 100 путей, дорог вокруг, обойди по свету. Мама – самый лучший друг, лучше мамы нету. Женщина, хрупкие, нежные, с праздником вас, дорогие, мягкие и белоснежные, добрые и неземные. Вместе с весной расцветаете, счастье несете с собой, словно печали не знаете, хоть ежедневно в заботе. Вы словно космос безбрежный, сильные и волевые, верные, честные, грешные и навсегда молодые. Чтоб у вас жизнь все ладится, что захотите сбывается, и до самой глубокой старости каждая в счастье купается. Чтобы хватало вам силы жить, любить и творить, ведь без прекрасного пола мужчинам на свете не жить. Женщина не может без весны, без волшебных праздников природы, без капели, без голубизны, без фантазий неуемной моды. Женщина не может без мечты, и недаром говорят в народе, дай им волю, вырастут цветы в каждом месте, при любой погоде. Женщина не может без любви, без огня ее и озаренья. Пусть для женщин в рощах соловьи ищет и находит вдохновенье. Женщина не может без семьи, дай ей силы не терять удачи. Счастье каждой женщины земли вечно будет жить в глазах ребячих. Любите женщину, носите на руках и называйте гордо королева. Ей не нужны бриллианты и меха, а лишь любовь, забота, ласка, вера. Вы говорите чаще ей о том, что нет на свете глаз ее красивей. Но, может быть, не сразу, но потом она поймет, что нет ее счастливей. Дорогие мужчины, вы заметили, что весной наши женщины становятся еще красивее. Они словно превращаются в каких-то неземных волшебниц, которые дарят нам свои улыбки, свою доброту и нежность. А как вы думаете, какой подарок хотели бы получить на 8 марта наши женщины, ваши половинки? Правильно, самые разные, но вот цветы к ним должны быть обязательно. А вот как правильно составить букет и какие цветы дарить, расскажем в нашем сюжете. Доброе утро. Да, даже если завтра завьюжит метель, ударит мороз или пойдет снег, не страшно, потому что на календаре весна. И сегодня самый классный, самый первый весенний праздник – Международный женский день, 8 марта. Не верьте. Не верьте женщинам, которые говорят, что не любят цветы. Цветы любят все женщины, абсолютно все. Пусть это будет небольшой букетик весенних ландышей, или миллион алых роз, или цветы, выращенные на собственном участке, на даче, в огороде. Мы все любим цветы. У цветов есть свой язык, и вы тоже об этом знаете. Ну, к примеру, желтые тюльпаны – вестники разлуки. А алые розы – признак страсти, признак любви –
Ну, что еще сказать? В общем-то, я не особо разбираюсь в языке цветов, поэтому мы сегодня в гостях у замечательного флориста, который язык цветов знает давно и помогает сегодня нашим мужчинам составить букет для своих любимых, для своих невест, для своих девушек, для своих мам, бабушек, тетушек и дочек. Итак, мы в гостях у Жанны. Доброе утро! Доброе утро, девочки! С праздником вас! С Международным женским днем 8 марта! Давайте поможем сегодня нашим мужчинам составить букетики, праздничные букетики для своих любимых женщин. Владелица цветочного магазина Жанна Туркменова и ее помощницы готовы подсказать, как правильно составить праздничный букет. Разнообразие цветов в магазине говорит о серьезном подходе к делу, которым занимается Жанна, причем вместе с супругом Давлетом и дочками Айной и Айгуль. Они стали инициаторами создания семейного цветочного бизнеса. Мы все это делаем все с мужем. Он доставляет, он привозит, он уже знает тоже все названия цветов, всех может собрать, уже оттенки тоже понимает. Все это тоже знает. Ну, это как бы семейный бизнес у нас. Хочется как бы людям сделать приятное, чтобы они ушли довольны, чтобы пришли второй раз, третий раз. Стараемся, хотим. Но бывает, конечно, что у кого-то завидают цветы. Это нам, конечно, бывают и минусы в работе в нашей. Но больше идут плюсы. Как бы мы любим эту работу. И нравится, конечно, что вот у нас в ауле, а в других аулах это все также развивается, цветочный бизнес. Развивать цветочный бизнес в сельской местности довольно сложно. У кого в огороде или на приусадебном участке не растут красивые кустарники, радующие глаз? Да и не принято как-то было дарить букеты сельским женщинам. А если такое и случалось, то во всяком случае не демонстративно, скромненько так. О том, что означают цветы в подаренном букете, можно догадаться по их цвету. Так, к примеру, белый цвет всегда ассоциировался с невинностью, чистотой помыслов. Белые цветы символизировали нежность, юность, поэтому их было принято дарить молодым женщинам. Такая традиция существует и сегодня. Вот хочу сейчас собрать молодому человеку букет. Он заказал своей девушке. Он хочет нежный букет. Сказал, сделайте на свое усмотрение. Если нежно, думаю, то гортензию можно, кустовую розу, можно гиперикум, зелень. Ну, тут уже как каждый раз букеты собираются по-разному. Не знаю, или по настроению этот у меня, или даже не знаю, от чего это. Но оно как бы снутри идет. Глаз как-то смотрит совсем по-другому. Но еще я люблю смотреть в зеркало. Букет вижу я еще с зеркала. Когда я смотрю, вот когда смотрю на букет, я его совсем вижу по-другому, а когда смотрю в зеркало, совсем по-другому. Таким вот приемом посмотреть в зеркало на отражение букета, который собирает флорист, пользуются и художники, и фотографы. И еще совет для тех, кто сам составляет букет. Собирается эта цветочная красота по спирали. А может быть, вы представляете себе ту девушку, которая достанется этот букет? Может быть. Иногда мы живем в ауле, мы почти всех друг друга знаем. Знаю даже таких клиенток, девочки, какие цветы они любят, какие не любят. Да. Ну, большинство всех людей уже, которые живут здесь, и не только в Ногайском районе у нас здесь, но и с севера, и даже с Америки бывают, звонят. Их не родные все здесь, и они хотят поздравить. Розовые и красные оттенки многогранны и даже противоречивы. В зависимости от того, о каком цветке идет речь, они могут означать любовь, страсть, жажду мести и возмездия, желание жить, свободу. Так красные розы и гвоздики символизируют крепкую любовь, тогда как маки считаются символами траура и глубокой печали. Все мужчины любят красные розы. Я всегда удивляюсь, что расцветок очень много цветов, очень. Цветовая гамма очень большая. Но всегда они возвращаются, выбирают и всегда возвращаются именно к красным цветам. Мы уже все знаем. Молодые мужчины тоже
Они любят красный цвет. Редко бывает красный и белый. Но розовое, а девушки большинство любят светлые оттенки. Есть женщина, вот постоянно заказывает своим подругам букеты. И именно одни и те же. Она любит очень хризантемы. Мы ее любим, эту бабушку. Всегда она всем дарит цветы. Именно вот она любит белые хризантемы. Да. Есть молодые люди, даже, ну, взрослые даже, которые каждый месяц дарят даже свои цветы. Вот. Даже, значит, мы уже знаем, даже какие предпочтения любят их жены, девушки. Всегда стараемся делать хорошо. Роза – цветок особенный. Он буквально наполнен смыслами. Еще в древности люди считали розу символом гармонии и совершенства. Значение имеет и количество цветов, если розы преподносят в виде букета. 7 или 9 цветков – восхищение, любовь, желание. 11 – любовь супругов друг к другу. 19 – символ нового брака. А вот 27 означают сильные чувства и верность. 29 – любовь, проверенная временем. Каждый год езжу на мастер-класс. Стараюсь, да. В Пятигорске была, училась. Потом в Ставрополе тоже на мастер-классы ездим. На 1, на 2 дня, на 3 дня. Каждый раз надо обновляться. Мода, цветочная мода не стоит на месте. Ее постоянно надо обновлять. В год 2-3 раза. Цветы разные бывают. Сейчас, например, вот в том году были очень модные желтые тюльпаны. Очень. Так они все-таки... Нет. Разлучники? Да, нет, типа... цвет, желтый цвет – цвет богатства, я всегда говорю. И уже взрослые женщины, они любят больше желтый цвет, яркий цвет. А молодежь любит светлое, бежевое, персиковое, кремовые оттенки. Взрослые женщины, там бабушки, они больше как бы классика. Красные розы просто под ленту или в прозрачку. А молодежь тоже любит красные розы, но только чтобы были большие букеты. 51, 101, 25. Да, вот так. Мечтая когда-то стать профессиональным ландшафтным дизайнером, Жанна Туркменова прошла долгий путь от продавца семенами и удобрениями до владелицы магазина цветов. Мечта пока не осуществилась, но времени впереди еще много, да и мечты имеют свойство сбываться. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Да. Жанночка, спасибо вам большое за то, что пустили нас в свое прекрасное цветочное царство, где витают в воздухе удивительные ароматы. А теперь давайте вместе поздравим наших женщин с весенним праздником 8 марта. Милые наши дамы, поздравляем вас с 8 марта. От всей души мы желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, мирного неба, здоровья, всего самого-самого наилучшего. Пусть в каждом доме раздается только детский смех, чтобы вы видели только улыбки своих детей, внуков, своих родных и близких, чтобы в домах ваших царило счастье, счастье и любовь. И любовь. Весна и женщина одной природы. Легкие, воздушные, головокружительные и обворожительно нежные. Летят столетия. Но женщина навсегда останется для мужчины загадкой и пленительной мечтой. Женщины непредсказуемы, их невозможно понять, жалуются мужчины. Но ведь и не любить их тоже невозможно. Поздравляю с 8 марта, девчата. Всем удачи, счастья, здоровья и успех. Поздравляю всех женщин с 8 марта. Желаю счастья, здоровья и любви. Дорогие женщины, я вас поздравляю. Желаю вам, во-первых, здоровья, счастья, любви и всего хорошего. Удачи вам. Поздравляю вас с праздником 8 марта. Желаю вам здоровья, весеннего настроения, чтобы все было хорошо, как вы желаете в жизни. Счастья и больше улыбок. Уважаемые женщины, дамы, хотел бы от всей души поздравить вас с днем 8 марта. Хотел бы от всего сердца пожелать вам здоровья, любви и счастья. Поздравляю всех женщин Карачая-Черкесии с наступающим Международным женским днем. Счастья, здоровья, мирного, мирного неба. Поздравляю вас с 8 марта. Желаю, что самое главное – здоровье. Вот. И всех благ. Желаю, чтобы все были прекрасны, красивы. И счастья много вам. Больше. Чем больше счастья, тем лучше. Дорогие наши женщины,
наши мамы, наши бабушки. Вы – душа и сердце нашего мира. Вы сильный и нежный, мудрый и талантливый. Вы умеете радоваться жизни в любой ситуации. Пусть всегда вас окружает любовь и внимание ваших близких, а в сердце живет весна. С праздником, дорогие! Счастья вам!